Сейчас так. Короче, песня про комбайнеров. Автор Игорь Растеряев. Он же Че Гевара. Да. Посвящается всем волгоградским комбайнерам и лично Вове Муравлеву. Итак. Это значит мне. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окей не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2, H5OH, сел на Ниву, Россия марш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят, и пошел взять пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день, но зато ты знаешь каждый винтик в тракторе внутри, получаешь за работу в месяц 1003, комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался ни то, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных тур. И пускай там пидорасы беснуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знают, сучка Кондолиза Райс, никогда отребья натовская не возьмете нас. Выпил С2H5OH, сел на Ниву, Рассельмаш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел зепахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Покормил перед этим поросят. И пошел зепахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам!